Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков Сакса». В рамках этого часа мы смотрим, какие интересные торговые идеи есть на рынке, как их реализовать, и смотрим рынок на платформе Сакса Трейдер Go датского банка Сакса Банк. Ну что, друзья, давайте посмотрим, как это можно все посмотреть. Прежде всего, конечно, все начинается с главной страницы российского интернета. Ютрейд ТВ. Мы видим, что под главным экраном есть баннер Сакса Банк обзор рынков. Нажимаем на него, попадаем на страничку Сакса Банка, где вы можете посмотреть все последние обзоры рынков от Сакса. Ну а мы с вами включаем Сакса Банк Трейдер. Сейчас буквально через секундочку я зайду в личный кабинет, включу терминал, чтобы мы могли совершать сделки. Это быстро, вот видите, за секунду буквально я это сделал. И все, и возобновляю демонстрацию рабочего стола. Так что давайте с вами подумаем, как заработать всем вместе на этом. Ну, прежде всего, конечно, тема серебра, друзья. Серебро, бурное обсуждение идет. Видим. Графики. Это один день. Давайте один месяц посмотрим. Провалились мы уже, конечно, в этом месяце сильно. Но и глубже ждут коллеги по серебру движения. Давайте изучим этот график поподробнее. Видим, что на 5-минутках вверх-вниз ходим достаточно активно. Сейчас больше в плюсовой зоне зашли по дню. Сам день отрицательный. Конечно, мы ждем его вниз. Движение вниз уже было сегодня, но отбили. Ну и, конечно, все мы с вами наблюдаем вот за этими уровнями, которые, мы надеемся, будем сейчас повторять покорение движения вниз. 25.77, внизу сильная поддержка. Я думаю, смогут. Движение будет. Во всяком случае, график на это позволяет надеяться. Ну и вообще видим, да, что хорошо прошли наверх, постучались три раза в сильные уровни и нас вернули на землю. Вот такая история. Ну что, Север предлагает, говорит, что в этой ситуации у нас, вы помните, мы купили путы на серебро. На Север говорит, давайте дольемся направленной позиции. Север, вы не поменяли свою позицию еще? Север возмущается, куда там серебро пошло, часовик мертвый стоит. Мы на 5-минутках смотрим, мы ваши часовики не знаем. Вот, но сейчас у нас день на экране. Нет, стою вниз. Ну, хорошо, давайте мы тогда возьмем направленную позицию. Слева в терминале берем XAG USD. Надо нажать. Ну и вот по предложению друзья, я продаю серебро по доллару. Вот сейчас хорошая котировочка высокая. Распродали, да? Продали. Что нам говорят люди? Надо ставить take profit. Вот. К
Куда ставим take profit? Север. 25 сколько? 23.80. Так вы и настаиваете на этом показателе. Полностью стало у нас 23. Да, стало 23.80 ровно. Вот. Ну, очень глубоко, конечно. Я, честно говоря, предложил бы, если сейчас мы ломанемся вниз. Ну, почему я думаю, что мы можем сейчас ломануться вниз? Потому что, конечно, своей сделкой мы же двинули рынок. Все, мы его сформировали. И сейчас ломанется серебро вниз. И мы сейчас еще песней заполируем. Это ла-ла. Нет, только другое. Это будет наверх. А нам надо вниз. Это Карл Готт, Делайла. Лай-лай-лай, Делайла. И все, друзья, наблюдайте, как сейчас ломанется вниз серебро. И будет нам очень интересно. Да. Смотрим. Наблюдаем. Что касается других инструментов, которые мы с вами приобретали. Коллеги, очень осторожно с акциями. Мы их приобрели. Я думал, что будет импульс наверх. Ничего пока не происходит. Акции у нас хорошие. Airbus, Siemens, BASF, крупнейшие мировые концерны. Но и пока стоят. Даже в чате меня немножко потроллили люди, что это может быть еще на годы. Все это застрянет. Ну что, вот ждем, пока зайдет в плюс. Все по Илье Коровину. Север пишет, акции повыбрасываете. Да что ж я убыток буду принимать, что ли? Да зачем же мне это надо? Не надо деньги зарабатывать, а не тратить. Ничего я выбрасывать не буду. Антиквариат тоже кому-то нужен. Знаете, сколько сейчас антиквариат стоит? А мы с вами купили акции давно. Север пишет, через тройку лет по офигенным ценам зайдете. Ну вот, будем доливаться. Что-то будем думать. Все, коллеги, вот так выглядит тема. Еще раз говорю, акции не буду трогать, хотя Север настаивает, говорит, надо все посбрасывать, но нет. Вот. Да, мы действительно с вами зарабатываем на валютах, зарабатываем на металлах. Акции что-то подзастряли. Я сейчас за голову схвачусь, говорит Север. Север, а у нас что-то не плюсует пока еще. Что за голову хвататься, если плюса нет вообще? Говорю, как Николай Пенза стихами. Что за голову хвататься, если плюса нет вообще? Согласны, друзья? Ну, хотя вот серебро с нашего момента, с момента нашей продажи немножко вниз-то двинулось. Сейчас начнется самое трудное, друзья. Сейчас зайдет в плюс серебро. Я песню спел на шорт. Сейчас зайдет в плюс. И вот дальше пойдет жанр такой. Убалтывание меня, чтобы я не крыл серебро. Не знаю, какие слова найдет Север. А мы явно идем на плюс по проданному серебру.
Селлер пишет, давайте недельку подождем. Как это? И что, всю эту неделю чужие люди будут владеть моими деньгами, распоряжаться ими? Вы что? Как это можно терпеть неделю, друзья? Это терпеть неделю невозможно. Вот так я считаю. Все, коллеги, на этом давайте на сегодня остановимся. Ничего большего делать не будем. Позицию долили, мы принципиальное решение приняли сегодня, отработали его. С севером считаем, что будет движение дальнейшее вниз. Надо уйти отсюда до того, как зайдет серебро в плюс, чтобы у меня не было соблазна закрыться. Про недельку не знаю, но мы с вами поставили глубоко очень на 2 доллара вниз от цены, даже больше, 2 доллара 9 центов вниз от цены. Ну, давайте смотреть, что из этого получится. Вот уже 2 доллара мы в минусе. Ну, 3, 1. Сейчас вот здесь должна появиться зеленая строчечка, друзья, которая будет сигнализировать о том, что наша позиция вышла в плюс. Ну, пока не появляется, не будем и настаивать. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего дня впереди.